В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, как и многие подобные мероприятия, конкурс проводился в онлайн-режиме. Его название «Великий фокусник природа» выбрано не случайно. Это взято неспроста. Это строчка стихотворения нашего замечательного поэта Евгения Зубова. Оно так и называется, стихотворение «Великий фокусник природы». В 22-м году мы отмечаем 80-летие со дня рождения этого замечательного поэта, певца природы, и по праву его называют Есениным Видновского края. Естественно, тематика конкурса была связана с природой. Проводился он в трех номинациях – фотография, рисунок и поэзия, и трех возрастных категориях. Члены жюри оценивали работы дистанционно. Были и профессиональные авторы, но в основном это были все-таки такие вот самодеятельные. И тем не менее, уровень, как вот ни странно, работ очень высокий, что и отметили все члены жюри. До сих пор вот мы даже вот пребываем в таком каком-то смятении, потому что очень хочется некоторых отметить, но просто в рамках конкурса, ну, всех нельзя наградить. Сейчас конкурс закончен, во всех номинациях определены победители. Но работа над проектом не останавливается. Когда эпидемиологическая обстановка позволит, организаторы планируют наградить победителей и подготовили для них сюрприз. По итогам этого конкурса будет издан альбом, такой большой красочный альбом, в который войдут работы участников, работы победителей. И получится так, что стихотворения о природе будут как бы проиллюстрированы фотографиями и рисунками. Уже сейчас ведется активная работа над составлением книги. Планируется, что она увидит свет в декабре нынешнего года. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.